Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что артистка отказывается снижать стоимость своих выступлений даже во время пандемии коронавируса. Из-за этого знаменитость лишилась концертов и не выступает на корпоративах. Ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте – 50 тысяч долларов. Так как евро подскочил, то и гонорар у певицы вырос автоматически, сказал Лавров. Помимо этого, у артистки достаточно обширный список требований к заказчикам. В частности, в него входит оплата перелета знаменитости с Украины в Россию, хорошая гостиница для нее и команды, а также аренда VIP-зала. Все вместе это обходится около 2 миллионов рублей, поэтому заказчикам проще пригласить других знаменитостей, у которых ценник ниже. У нее дорогая логистика. Поэтому заказчики выбирают тех, кто подешевле, добавил Лавров. Тем не менее, иногда Ротару выступает бесплатно. Так, ее концертный директор сообщил, что она приедет в Москву и выступит у Игоря Крутого на «Песни года», передает «Собеседник».